сильный. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Не бойтесь, мои детки, вы такие хорошие. Деточки, Венушка, Венчик, да? Кем? Малыши мои, мои хорошие такие, зайчики мои красивые, да? Эти мои зайчики хорошие такие, это мой Клаус маленький, а это Клиндочка, а это Ланочка, Лануся. А это Кеночка. Кен. Кенчик. Кеночка. Кен. Эти мои козочки такие хорошие. Эти мои зайчики такие, да? Боевое управление военно-морским флотом России с сегодняшнего дня ведется из Петербурга. Главный штаб ВМФ спустя 95 лет вернулся в Адмиралтейство, над зданием которого был сломлен Андреевский флаг. Торжественная церемония на 17-й площади приняла участие главком Виктор Черков. Исторический комплекс зданий, в котором до 1917 года размещалось морское министерство Российской империи, начал возводиться еще при Петре I и неоднократно перестраивался последний раз в начале 19 века. Российские дипломаты добиваются возвращения на родину 6 детей, которые находятся в Литве. Разбирательство вокруг семейного детского дома началось с визита сотрудника литовских спецслужб. Вскоре после этого приют закрыли, приемных родителей арестовали. В итоге людям, которые за годы существования интерната усыновили десятки детей, пришлось бежать из страны. Наш корреспондент Антон Чечулинский попытался разыскать воспитанников приюта, которые оказались заложниками в этом конфликте. Этих детей супруги Гатаева не видели 4 года. И ругали и относились как к своим детям. Детский дом, родная семья, которые вы основали в середине 90-х, когда многие родители готовы были отдать малышей, только чтобы их увезли из горячей точки. За несколько лет супруги установили и удочерили десятки мальчиков и девочек. Тех, кто нуждался в лечении, отвозили к докторам в Литву. До 2008 года семья фактически жила на две страны, пока Малика Гатаева, как он рассказывает сам, не попытались завербовать литовцев. Thank you.